Всем привет! Сейчас будет такое небольшое сравнение камер Realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro. Но это видео не совсем конкретно про такое сравнение, а в целом то, что мне придет на ум, я еще расскажу. И оно несет такую в себе суть и такой позыв, что я не ожидал от Realme 6 Pro такого. Не ожидал и хочу продемонстрировать, какие есть проблемы. И конкретная проблема очень большая с камерой. Далее смотрите примеры видео. Так, что-то непонятное происходит. Я не пойму, почему при записи видео это сейчас 60 кадров в HD. Смотрите, как плавает ламинат. Волны идут. Пакет шевелится. Обратите внимание, интересно, там видно на видео? Вот снова. Ну вот, пожалуйста. Что это? Почему плавает картинка? Стабилизация, конечно, на высоком уровне, но, по-моему, нехилые проблемы с видеозаписью. Клавиатура вся пляшет, просто все кнопочки пляшут. Нормально. Опа. Вот она пошло. Все, шевелится. О. То есть камера подходит только для видеозаписи где-нибудь на улице при хорошем освещении. В домашних условиях это просто шлак. Снова тест видеокамеры Realme 6 Pro. Смотрите, в чем ситуация. Я обновил телефон на новую прошивку, но проблема та же самая. Смотрите, на обои они шевелятся. То есть Realme, у них проблема какая-то с фокусировкой. Недостаточно света, что ли. Теперь вот объект возьмем, цветочек. Смотрите, как снимает. Все вроде бы нормально. Переносим сюда. Что мы видим? Картина размыта. Ламинат шевелится. Да, обратите внимание, как он шевелится. Это просто... Честно говоря, я такое... На своем Redmi 9 Pro не видел. Это просто, я не знаю, с чем еще сравнить. Первый раз такой вижу. Так, вот, пожалуйста, обои ходуном. Теперь пример видео. Та же самая локация. В то же время снимаю на Redmi Note 9 Pro. Здесь будет единственная проблема. Это, конечно же, отсутствие стабилизации. Full HD 60 кадров. Но обратите внимание, во-первых, картинка, мне кажется, гораздо светлее. Во-вторых, фокусировка просто моментальная, четкая, резкость. Ну и самое главное, нет того самого волнения ламината. Ничего не плывет. Вот, пожалуйста. Абсолютно. Я не вижу этого. Как такое происходит на Realme? Ну, не знаю. Так что вот такие проблемы. На Realme есть хорошая стабилизация, но есть такие проблемы в помещении, плохо снимать. И, по-моему, там плохой микрофон или плохо пишет видеозапись. А зато у Xiaomi проблема. Нет стабилизации, но очень хорошая резкость, картинка шикарная. Блин, если в статическом записывать, просто великолепно. Смотрите на резкость. О, пожалуйста. Просто. А теперь на обои. Те самые обои. Давайте я даже прикрою балкон. Ну, посмотрим. Так. Смотрите, насколько больше света. Ну. Так. Все на месте. Только, возможно, трясучка из моих рук. Вот так даже сделаю. Еще темнее. Ну вот вам, пожалуйста. Я выбираю камеру именно своего смартфона. Никак иначе. Redmi Note 9 Pro. Так, снова запись на Realme 6 Pro. Сильный ветер. Интересно, как это отразится на видеозаписи. Надеюсь, это будет все равно. Надеюсь, что будет это незаметно. А может, заметно. Пишите в комментариях. Я потом, конечно, пересмотрю свои видео. В общем, сильный ветер. Посмотрим. И позволю себе все-таки
порассуждать на эту тему. Уже вышли там Realme 7, Realme 7 Pro. Снова появились заголовки, что это якобы убийцы, уничтожители Redmi, в особенности Redmi Note 9 Pro. Причем тут Redmi Note 9 Pro? Выйдет Redmi Note 10 Pro, тогда и сравнивайте его с Redmi. Realme 7 Pro. Я буду путаться в названиях. Realme, Redmi, один хрен, название похоже. А как же, а что, не пойму, вышел Realme 7 Pro, да, он уже убийца Redmi Note 9 Pro, а что с Realme 6 Pro? Уже все, не убийца, да? Уже все, не уничтожитель. Что-то не срослось, не получилось, да, так получается, по-вашему? Я думаю, так. Вы скажете, подгорает, да, немного подгорает. Уже полная дичь и хрень. 2 года на рынке, все они уничтожают, уничтожают Redmi, а никак не уничтожит. 2 года уже прошло, а все еще твердят, что никто об этом бренде ничего не знает. Как не знают, если знают. Прекрасно, уже все знают, кому надо было знать. Продажи показывают, кто на рынке круче. Xiaomi, Realme. Все голосуют рублем, как я уже до этого говорил. А то вышел Redmi. Realme 7 Pro. Уничтожитель хренов. Так, надо на паузу поставить, перейти дорогу. Смею предположить, что, скорее всего, Realme 7 Pro — это убийца Realme 6 Pro, и никак иначе. Поймите правильно, Realme 6 Pro неплохой аппарат, у него есть свои проблемы, я их только что продемонстрирую, это далеко не последние проблемы. У Realme 6 много проблем. Но это не говорит о том, что он лучше Redmi Note 9 Pro того же. Они просто предлагают немножко разные, по сути, вещи в одной концепции. То есть выбирайте то, что вам надо, то, что вам больше, где-то плюс-минус. Если вы устали просто от Redmi, да, покупайте что-то новенькое, новый такой экспириенс для вас будет, не более того, и все. И по ценообразованию Realme все равно дороже, как ни крути. То на 2000, то на 4000. Один хрен. Проблем много, много. Я вам только что продемонстрировал. Во-первых, ну невозможно так нормальных, как, по-нормальному записать видео в помещении. Только на улице. Вот я сейчас вам демонстрирую. На улице, по-моему, все в порядке. Все красиво, хорошо. Но если вы будете в помещении, я вам показал, что происходит. Проблемы с фокусировкой. Они, конечно, молодцы, у них стабилизация просто супер, походу, да? Просто суперская стабилизация, этого у них не отнять. У Redmi, ну, просто подкачали. Вообще подкачали, но зато там фокусировка великолепная. Мне больше нравится там запись звука. Мне больше нравится картинка. Так, теперь тест основной камеры. 60 кадров Full HD запись идет. Оцените качество. Тут, конечно, ветер очень перекрывает, видимо, мой голос. Я так думаю. Но все же то, что я вижу на картинке, меня достаточно радует. Очень неплохо проработала компания Xiaomi свою основную камеру. Что там? Он прет. Народ веселится. Короче, камера зачетная, снимает неплохо. Давайте я пошел. Покажу вам, сколько здесь божьих коровок. Просто жесть. Меня облепили. Они еще пугаются, когда к ним близко подходишь, они начинают залетать. Ну-ка, фокус сейчас будем менять. Так. Еще раз. Ну и на солнце. Не знаю, ну как-то лучше подходит для статического, статической записи видео. Здесь же, вот, пожалуйста, есть такие проблемы, я вам о них рассказал. Что выбирать из двух аппаратов, Realme 6 Pro или там Redmi Note 9 Pro, постоянно путаете названия. Язык заплетается из-за этого, из таких названий. Я уже сказал, если вам надоели аппараты компании Xiaomi, вы хотите что-то новенькое попробовать, берите, это хороший аппарат. Я сейчас про Realme. Но красный ценник ему, я так, ну 18, но не 20, и не 22 тысячи рублей, ни в коем случае. За 22 тысячи рублей это уже слишком. Ссылки, в общем, все в описании будут, если кому интересно, переходите, там самые выгодные цены, где я покупал, проверенные продавцы. По поводу фотосоставляющей, я еще про фотографии немножко так, свои 3 копейки. Фотографируют они плюс-минус одинаково, все зависит от вас, как вы там дрогнете, не дрогнете рукой. В разных условиях иногда бывает что-то по-разному, где-то одинаково, где-то у кого-то лучше, да весь хрен. Ничего, каких особых таких различий крупных незаметно. Нет.
даже говорю, да, тут на Realme есть и ночной режим, и портретный, все, что надо. В принципе, то же самое есть все и на Redmi, на том же девятке, на девятке прошке. Подписывайтесь на канал. Будут на канале и Redmi Note 10 Pro, и Redmi Note 10, и будет и, в том числе и Realme 7, 7 Pro. Я постараюсь. На этом с вами прощаюсь, если видео было полезным для вас. Ставьте лайки, если бесполезным, дизлайки. Погода сегодня не удалась. Что-то ветер, сейчас дождь пойдет. Упс. Вот на улице видео записывать, конечно, класс. Надеюсь, там ветер не сильно помешал, и меня было хорошо слышно. Но я еще пытался и покричать погромче. Наверное, прохожие подумали, дурачок какой-то идет. Ладно, до новых встреч.